Национальный состав МИАСа представлен не только русскими, но и татарами, башкирами, украинцами и другими народностями, подавляющее большинство из которых говорят на русском языке. Сохранить самобытность каждой культуры взялись и библиотеки нашего города. Ведь каждый посетитель, пришедший за той или иной литературой, это своего рода носитель особых традиций, жизненных ценностей и норм поведения. И библиотекарям просто необходимо учитывать это в своей работе. Селе Новоандреевка, где расположена Павленковская библиотека филиал номер 13, большая часть населения – татары и башкиры. Совместно с Домом культуры библиотека проводит национальный праздник «Сабантуй Наурус». К празднику весны Каргатуй здесь приурочили фестиваль татарской и башкирской культуры, который прошел в Доме культуры села Новоандреевка. О нем наш следующий репортаж. Фестиваль такого масштаба проводится впервые. В ходе мероприятия гости смогли проверить свои знания о национальной культуре, поучаствовать в небольшой викторине. Чтобы пополнить свои знания, зрителям предложили совершить путешествие по виртуальному музею «Культура татар и башкир», созданному при библиотеке. До фестиваля прозвучали стихотворения Мифтахиддина Ахмулы, которые прочли учащиеся 53-й школы. Украшением праздника стали песенные и танцевальные номера в исполнении народного коллектива татарской и башкирской песни и танца «Уралым». Часть мероприятия была посвящена национальным праздникам. Подробнее ведущие остановились на празднике весны Каргатуй, который отмечается в апреле. В древности к празднику велась самая активная подготовка. Из пшеничной крупы варилась каша на молоке в больших казанах. Кстати сказать, эту кашу присутствующие смогли попробовать после мероприятия. Пока варилась каша, девушки и молодые женщины наряжали деревья красивыми лоскутками, бусами, серебряными подвесками и монетами. На деревья также вешали шали и платки. Ветки деревьев часто украшали разноцветными лентами, кольцами, браслетами. Выходя из зала, каждый участник мероприятия смог завязать на дерево и свою ленточку. Гости мероприятия с интересом знакомились с книжно-предметной экспозицией, посвященной культуре башкир. Желающие смогли поучаствовать в фотосессии, в тюбетейках и мастер-классе «Национальная кукла-закрутка». Фестиваль завершился дегустацией национальных блюд.